человека, который получил государственную награду и сейчас получит награду «Человек Царства 2013» из рук апостола и отца этой церкви, пастора Сандея, за особые заслуги перед государством, Болдин Игорь Анатольевич. Ваши аплодисменты. Болдин Игорь Анатольевич. Именно его отметила власть нашей страны государственными наградами. За особые заслуги перед государством награждается Вишкаленко Наталья Юрьевна. Это замечательная, крупная женщина, настолько сильным духом, что не смогли устоять власть имущие Украины и наградили ее. За особые заслуги перед государством также награждается Литвин Татьяна Викторовна. Литвин Татьяна Викторовна, в который раз выходит на эту сцену за заслуженной наградой. Ваши аплодисменты. Человек, который имеет государственные награды в Украине, Ружицкая Ирена Вацлавовна. Как приятно знать, что столько прекрасных женщин нашей церкви удостоились чести получить награды от самого руководства Украины. Ваши бурные овации. Человек, который имеет государственную награду, Верхман Юрий Яковлевич. Настоящий мужчина. Юрий Верхман, он заслужил эту награду и выходит за ней на нашу сцену. Ваши аплодисменты. Человек Царства 2013 за особые заслуги перед государством. На эту сцену приглашается Гринцова Елена Васильевна. Особенного человека, я думаю, те, кто понимает, тоже меня поймут, это Павел Федор, который имеет государственную награду. Ваши аплодисменты. Хочу пригласить на эту сцену человека, который также отмечен государством в этом году. Это Гриценюк Гречана Нина Ивановна. Давайте будем радоваться за наших братьев и сестер по-настоящему, от всего сердца. За заслуги перед государством на эту сцену приглашается Мадюдя Оксана Викторовна. Кто не знает эту великую женщину у нас в церкви? Но теперь можно смело сказать, кто не знает эту женщину у нас в стране и в обществе? Ваши аплодисменты, Оксана Мадюдя. Также имеет государственную награду член церкви посольства Божия Гулядык Надежда Михайловна. Посвящалась для Господу, что мы сегодня выйдем от ваших аплодисментов на эту сцену. Давайте не скупиться на овации, на этих людей. Также на эту сцену приглашается за особые заслуги перед государством Кабацкая Виктория Викторовна. Виктория Викторовна, как же прекрасно, что в нашей церкви есть такие замечательные результативные прихожане, которые стали не просто прихожанами, но детьми. Это человек из России, есть ее пастор, пожалуйста. Пастор получает награду. Ваши аплодисменты. Мне будет особенно приятно получить награду из рук пастора. Человек Царства 2013 за особые заслуги перед государством награждается Романенко Иван Юрьевич. Ваши
есть в зале? Его пастор есть в зале? Разберемся. Это Россия тоже. За особые заслуги перед государством награждается Полевая Оксана Григорьевна. И последний на сегодня, но не последний вообще, на эту сцену выйдет Козицкая Екатерина Леонидовна, чтобы принять награду в лесу отца на цене, пастора Саде. Ну что же, в который раз награду видеть в России под вашу бурную овацию обязательно перевернут нашим победителям награждение и высокое звание Человек Царства 2013.